Мастер ретро-капитан из Севастополя прислал нам свой фильм «Как сделать лавочку». Очень нужный, важный фильм. Везде надо лавочки, а здесь лавочка художественная, сделанная с арбитона. Смотрите, вот такой каркас мудреный, накрученный, намученный. И посмотрите, какое получилось чудо из вот такой простой работы из арматуры. Стоило только обмазать ее раствором, и вы увидите, как будет выглядеть эта лавочка. Ну, очень много работ этого мастера мы уже видели. Он деятельный, также занимается ретро-машинами, то есть у него богатый опыт как художника и работа с разными материалами. А здесь вот он увлекся арбитоном и оформляет свою усадьбу. Ну, и уже есть заказчики, которые готовы платить ему деньги. Вот смотрите, каркас обмазывается раствором, каркас обтянулся сеточкой, и вот потихонечку уже мы начинаем просматривать замысел этого мастера. Вот какая-то пространственная композиция, еще ничего не понятно, а вот уже все понятно. То есть есть бордюр, на бордюре какие-то корни накрученные, намученные, спинка сделана с арбитона, и вот сама лавочка. Ну, лавочку, я не знаю, можно ее сделать и деревянную. Ну, может, здесь жарко, и она будет бетонная. Ну, у каждого, ну, в своем дворе можно ее просто сделать с дерева. Ну, вот так она выглядит, вот эта лавочка. Такая пространственная композиция в виде каких-то корней. А это уже, видите, покрашенная лавочка. Смотрите, как она работает вместе с бордюром. Бордюр окованный, под бревна. И вот именно неповторяющаяся работа. То есть она везде, вот, как будто сделана природой. То есть нету там повторений. И вот как оно получилось, так и получилось. И прекрасно она вписывается вот в ландшафт. То есть и забор рядом, и деревья. Все это одно другому дополняет. В конце фильма будет много эскизов от мастерской Колесника, как сделать красивую лавочку. Так что кто дотерпит до конца, может взять себе на вооружение идеи от мастерской Колесникова. Thank you.